Авторами, создателями философии стоят либо кшатрии, либо премьеры, либо цари, либо жрецы. То есть носители высшего разума, высшего понимания. Точно так же Галгай были создателями всех культов, создателями башни, архитектуры, танцев, искусств, институтов. Все абсолютно было создано им. Ни один представитель войнастского племени в этом сотворении не участвовал. Только в потреблении, может быть, в развитии в лучшем случае. Галгай – это корень культуры, это носители особого разума, особой наследственности. Мы еще не знаем до конца генетических исследований. Да, у нас генетические исследования еще не изучены. Нам навязаны разные представления, размазаны. Золото принадлежало Галгаю, изделия из него, да, могли расходиться по всему миру. Понимаете, что? Философская мысль, философская основа была у Галгая, ни у кого больше и не было. Никогда не было так, чтобы высшая метафизика была распределена на массу, на толпу. Высший посвященный всегда один. Один. Два высших посвященных никогда не бывало в реальности. Жить мог только один. Он умирает, передавая ключи, и на его место становится второй. Два высших посвященных одновременно жить на земле не могли. Это был закон в реальности. Ниже него могут стоять семь посвященных, какой-то второй ступень. Ниже него можно стоять там 14 на третьей ступени. Это была своя иерархия. И абсолютно два высших посвященных никогда не было. И изучая ингушские культы, ингушские мифологии, ингушские родовые предания, я пришел к выводу, если по всему миру давали посвящение в 5 ступеней, это древняя система посвящений, она была связана с 5 чувствами, 5 элементами. Галгайчи давали посвящение в 6 и 7, самые высокие ступени, выше которых ничего нет. Понимаете? И только там, в Галгайчи, могли жить высшие посвященные. Высшие иерархии царей и жрецов мира, если вот использовать ту древнюю систему славян. Даже пирамиды Египта и фараоны Египта не являлись носителями более высокого сакрального знания, чем Галгай. Галгай – это несравненная раса. Они творцы войнастской культуры, они датели войнастской культуры, все большинство от них. И ни одно племя не может быть поставлено рядом с ним. Это мое мнение.